Жители Астаны грозятся перекрыть одну из улиц столицы – проспект Магжана Жумабаева. Для этого у них уже готова веревка и два красных флага. Правда, идти на трассу в этот раз они не решились. Остались митинговать у мусорных контейнеров в окружении луж. Во второй раз мы туда точно выйдем, если они не будут. Да. Они пускай нам ответят, Акимату, что они собираются делать. Эти люди всего лишь хотят знать, когда на их улице имени поэта Машхур Жусупа Капеева появится асфальт. Сейчас без резиновых сапог здесь не пройдешь. Болото и есть болото. Вроде не окраина и до левобережья Астаны рукой подать, но жители столицы никак не могут достучаться до столичных властей. 100 метров даже Жумабаева, 100 метров Балхантау, 100 метров тут улица вся асфальтирована, 200 метров никак не могут это проделать. Эти 200 метров – главный раздражитель. Жители говорят, что совсем недавно закончили ремонт проспекта Магжана Жумабаева, а до их улицы руки и ноги строителей опять не дошли. Весь груз, который щебень, песок и все строительные материалы, которые использовали для этой дороги, для Жумабаева, прекрасно эту дорогу построили. Но этот весь стройматериал, строительный материал, проходил через эту дорогу жизни. Пока жильцы получили ответ из управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы. При условии выделения финансовых средств, как сказано в официальном письме, дорогу отремонтируют в этом или следующем году. На самом деле письма чиновников полны неожиданных откровений. Письмо указано было, что асфальтировано, все завершено, укладки, инженерные работы все сделаны, как положено. Дороги открыты на все эти выходы улицы Жумабаева и на Балхантау. Однако ничего нет, видите, как вы сами вот. Но жители улицы больше не согласны ждать, когда отремонтируют дорогу. Тут даже вопрос не в асфальте. Требуют хотя бы засыпать ямы щебнем.